Ну а сейчас подошло время для традиционной рубрики «Мода для народа». К нам в гости пришел Виктор Казаковцев, вятский модник, как обычно, в необычном. И обсудил вместе с Сашей Сорокиным самые актуальные тренды осени и зимы. У вас есть 2 минуты, чтобы эти тренды записать. Здравствуй, мой дорогой, голодный до модных советов зритель. Сегодня наш постоянный телеповар, вятский модник, он же Виктор Казаковцев, для нас приготовил гаспачо от Versace, харчо от Gucci, ну и на десерт эклеры от Вячеслава Зайцева. Здравствуйте! Здравствуйте и процветайте! Ну что, начнем. Первый модный тренд от журнала Vogue Russia – готика. Вот, например, такое модное платье с шипами. Виктор, что скажете? Платье с шипами я посоветовал бы носить вятским модницам в час пик в автобусах на пазиках. У вас всегда будет свободное место. Шипы – это модно. Шипы – это класс. Неважно, Lexus или ВАЗ. Нам шепчет забугорный модный брат своими красными губами. Носи железо по утрам, а безопасней вечерами. В тренде вставки из металла. Виктор, что скажете? Хотите, чтобы ваша одежда звучала? Надевайте и на вокзал. Входите и выходите, входите и выходите, входите и выходите. Ну и, наконец, главный тренд сезона осень-зима 2015 – дутые вещи. Вот такие пузыри. Дутые вещи нужно носить с умом. Либо носите дутые вещи, либо платите за капремонт. Надувательство должно быть одно. Мы надуваем, нас надувают, как это часто не совпадает. Это была рубрика «Мода для народа». Смотрите нас и будьте в тренде. По мосту на летних шинах ехала одна машина, и нашли на дне мужчины, там и шину, и машину.